Душица, березовый лист и кедровый сланик. В областной библиотеке имени Пушкина Анатолий Бударин, знаток лечебных трав, провел лекцию о пользе растительного мира. Анатолий Сидорович родился в юрте оленевода очень болезненным ребенком. Рассказывает, что имел проблемы со слухом и страдал астмой. С возрастом начал изучать лекарственные травы. Мужчина задавался вопросом, что может ему помочь. Средства нашел, но на этом не остановился. По словам Анатолия Бударина, все лекарственные травы поднимают иммунитет. Особенно это актуально во время пандемии. Все лекарственные травы, они поднимают наш иммунитет. А вот сейчас во время пандемии все ходят, может быть, он не болеет, но на него давит вот эта атмосфера. А он уже, есть некоторые люди совершенно напуганы. А вот лекарственные травы, как раз-то они поднимают иммунитет. Травы действуют, уверяет специалист. Например, багульник помогает при бронхите, одуванчик – при желудочных болях, а ромашка является противовоспалительным и успокоительным средством. Анатолий Бударин планирует еще провести лекции в Магадане, однако о времени пока не говорит. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.